Участникам исследования предложили оценить верность высказывания. «Я живу в безопасном районе и не боюсь идти домой в темное время суток» по шкале от 1 до 10 баллов, где 10 означает полное согласие. Грозный набрал 9,1 балла. Второе место занимает Нижневартовск. У него 7,6 балла. Жители Саранска, Сочи, Мурманска и Армавира оценили безопасность примерно одинаково на 7,5 баллов. Далее следуют Чебоксары, Сургут и Нижнекамск. Замыкает топ-10 Киров. Москва и Санкт-Петербург заняли 39-е и 49-е места соответственно. Наименее безопасным городом признан Волгоград. Он занимает 100-е место.